Велобеговая дорожка, спортивные площадки, роллер-дром и скейт-парк. Благоустроенных зон в парке Юбилейный станет больше. В этом году на развитие популярной у барнаульцев зоны отдыха направили порядка 130 миллионов рублей. Подрядчик достаточно хорошо продвинулся в выполнении работ. Видим, что проведены работы по устройству поребрика, проведены работы по удалению аварийных деревьев, по вырезке поросли, ведется планировка участков. То есть достаточно активно ведутся работы. В этом году завершится благоустройство новой пешеходной зоны и площадки для выгула собак. Появятся и отдельные зоны для игры в теннис, футбол и волейбол. А что касается зеленых насаждений, то их количество увеличится. В рамках третьего этапа благоустройства высадят почти 150 деревьев – березы, рябины, клены и ели. Подрядчик обещает, что 14 октября, может даже раньше, объект будет сдан. В принципе, все необходимые материалы закуплены, либо в процессе поставки находятся. Работы осуществляются укомплектованной бригадой специалистов. В ходе выездного совещания подрядчику дано поручение рассмотреть возможность проведения работ и в выходные дни, чтобы погодные условия не сказались на сроках. Напомним, благоустройство парка «Юбилейный» стартовало в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». С этого времени самый большой парк города начал преображаться на глазах. Из заброшенной территории превращаться в современную, уютную зону отдыха. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова. День с толком.